В конце 2017 года в Долинской школе за счет средств областного бюджета была перекрыта крыша над основным зданием. В этом году эти работы продолжатся, на что в районном бюджете уже заложено без малого 300 тысяч гривен. Но еще более приятная новость для сельской школы – это начало благоустройства ее двора. На строительно-ремонтные работы Долинской школы в этом году выделено 700 тысяч гривен из государственного бюджета Украины, о чем позаботился наш народный депутат Александр Урбанский. И эти деньги уже осваиваются. Честно говоря, я сам поражен объему той работы, которую нужно будет сделать. Вот, 1250 квадратных метров, да, это я так понимаю, что у нас будет застелен плиткой весь школьный двор. Ну, мы можем поставить галочку на том, что уже в Ренийском районе плюс на один школьный двор будет плюс еще один школьный двор будет облагорожен. Мы в прошлом году, вот благодаря усилиям и мэра, и районного совета, и администрации, закончили абсолютно все школьные дворы города Рений, ренийских школ. Теперь в этом году мы переходим на район. Я думаю, что программу благоустройство школ мы будем продолжать не только в виде плитки, да, облагораживания территории, но в самую первую очередь это, конечно же, будет особое внимание наше уделено социальным объектам. И самое в первую очередь это будут, конечно же, детсады и школы. В плане любого теплоэнергосбережения. Нардеп сообщил, что Долинская школа получит в этом году еще более 50 тысяч гривен на замену окон на металлопластиковые. Школа в Долинском является образцово-показательной в плане того, как бюджет абсолютно всех уровней на ней работают. Я думаю, что наша Долинская школа станет новой школой. И вы часто будете приезжать к нам, будете поддерживать нас. Спасибо вам большое, спасибо от всего коллектива. Спасибо. Большое вам спасибо за поддержку, за то, что вы помогаете вот такими подарками нашу школу приукрашивать. Ждем вас в гости постоянно. И спасибо. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.